Предприятия республики наращивают объемы заказов для нужд Министерства обороны. Наладить взаимовыгодные контакты разработчикам инновационной продукции помогает Международный форум «Армия». С деловой миссией в Московскую область отправилась и делегация Чуваши. Один из экспонентов – завод по выпуску мобильных укрытий. Подробности у Дмитрия Ковалева. Такому ангару не страшны ни экстремальные холода, ни ураганы, ни сейсмоудары. А это то, что действительно необходимо военным. На счету завода «Волгосталь-конструкция» десятки успешно выполненных гособоронзаказов. География поставок продолжает расширяться. Мы вставили тентомобильные укрытия, начиная от Калининграда и до Улан-Удэ. Мы ставили от севера до Крыма. Везде они показывают себя только с наилучшей стороны, как укрытия, которые позволяют укрыть от мороза, от холода, от ветра, от дождя, от сырости, от влаги. Такие объекты комплектуют кондиционерами, вентиляционными трубами, системами для тушения пожаров. Продукция предприятия лицензирована Министерством обороны страны. На заводе выпускают мобильные тенты для военной техники, ангары для самолетов и вертолетов. Нашу технику необходимо сохранять, от различных климатических, погодных и иных факторов. Уже установлено более 380 единиц. Таких объектов, они очень востребованы для Министерства обороны. На Международном военно-техническом форуме предприятие «Волгосталь-конструкция» участник постоянный. Немало контрактов заключили в прошлом году. Интерес партнеров к продукции завода вполне объясним. Они могут как быть установлены, так могут быть демонтированы, перевезены и установлены в другое место. Они менее трудозатратны. Они также и более дешевы, чем стационарные объекты. Большую заинтересованность оказывают еще и гости у нас с ближнего и дальнего зарубежья. И имеются запросы на рассмотрение и поставку наших тентомобильных укрытий для стран от дальнего зарубежья. Металлоконструкции предприятия также применяют при строительстве торговых объектов, зерноскладов, коровников, теннисных кортов и ледовых арен. На нужды Минобороны Чувашский завод работает вот уже 4 года. Глава региона отметил, что участники форума производят востребованную продукцию. Наши организации выставлены здесь, на этой выставке, достойно. Они выполняют государственный заказ по обеспечению Министерства обороны Российской Федерации, Вооруженных сил Российской Федерации по выпуску товаров оборонно-промышленного комплекса. Работают ответственно, выигрывают конкурсы. То, что делают на самом деле, делают с честью, достойно, как настоящие патриоты нашей любимой Российской Федерации. На тентомобильные комплексы в военном ведомстве делают ставку. Реализовать стратегические задачи Минобороны предприятие готово. Дмитрий Ковалев и Александр Петров. Республика.